Республика привлекла самый большой объем финансирования на туризм среди всех субъектов страны. Более 1,5 миллиарда рублей пойдет на развитие туристской инфраструктуры, обустройство центра Уфы в канун 450-летия и создание модульных средств размещения отдыхающих. Об этом заявил министр предпринимательства и туризма Рустем Авзалов. По его словам, в этом году турпоток в Башкортостане значительно вырос. По итогам 8 месяцев в регион приехало 1 700 000 человек, что на 31% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Возрос и объем платных услуг. Гости оставили в кафе, ресторанах, гостиницах 10,5 миллиарда рублей. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 19%. Нам есть что показать гостям и что рассказать о нашей республике, к уникальным природным особенностям нашего региона. Конечно же, мы добавим достойную инфраструктуру, что является очень важным, на которой мы сегодня работаем. Для создания и развития туристической инфраструктуры в республике Башкортостан на 2023-2024 годы привлечен большой объем, как уже было сказано, федеральных грантов поддержки. Сейчас федеральные субсидии 2023 года на развитие туризма уже направлены на реализацию 14 проектов. Всего с государственной поддержкой будет реализовано 150 инвестпроектов в 36 муниципалитетах на общую сумму почти 4 миллиарда рублей.